Это уже мой кабинет ветеринарного фельдшера. Тут у нас шкафы, стеллажи со всякими этими медикаментами. Там мы получили медикаменты. Тут у нас пузырьки пустые, раковина. Тут у нас холодильник, тут хранится вакцина всякая. Здесь у нас всякие органы от телят мертворожденных на лабораторию поедут. Тут мы кушаем, чай пьем. Тут у нас стол с всякими журналами. Всякие журналы у нас здесь рабочие. Это я тут каракули пишу. Кому чего наколола, кому чего ввела. Это мой черновичок. Вот такой у нас вот у нас здесь кондиционер, пластиковое окно. Вот это оно. Потолок такой сделали, стены. Так мы и живем.